Всем привет! С вами Андрей Нарубин, кайт-школа Кайтлоура. Сегодня мы тестируем кайтборд от компании M-Day Idle в 136 размере. Досочка 2018 года. Итак, начнем с уроков. Доска у нас в меру жесткая. Комплект креплений. Иногда народ, я видел, как собирает крепление совершенно неимоверным способом. Поэтому, ребята, эти пластиковые штуки должны вот быть под таким наклоном. Все это делается без спешки, спокойно, аккуратно. Ветра нам хватит. В комплекте идут 6 болтиков. 2 болтика короткие, без дыры, крепится, которыми крепится ручка. Значит, если вы на это не обратите внимание, можете немножечко помучиться. Я всегда ставлю крепление в среднее положение пластиковых этих штучек и на широкую расстановку ноги. Это же чуть поуже, мне маловато. Плюс эти пацы дополнительно можно еще на сантиметр . Также по килям хочу сказать, что почему-то некоторые люди ставят кили вот так. Это совершенно неправильно. И посмотрите, как народ катается. Ставим в такое положение. Наша досочка к бою готова.